За всех больно. За этого пацана высокого больно. Его разрывает. Мы там, знаешь, вот не могу сказать, что там сестры, братья, но любили друг друга, как вот близкие очень, товарищи, друзья, родственники. Я не знаю, кто мы были друг другу. Я просто знаю, что мы все вместе, и вот тепло от всех шло, понимаешь? Мы все друг друга. Я не знаю, какие холодном там... В мире друг друга держаться, любить, да. Я не знаю, какие там были отношения, но вот когда женщину первую забрали, я очень плакала, любила ее. И когда мужчину ели при мне, больно прям. А потом этот молодой, который поменьше ростом, такой худенький и флегматичный, он просто вот у него какое-то как оружие, и он по этим, которые большие, просто стоит так, стреляет, стреляет. А вот эти серые на него наступают, им пофигу, что свет светит. В том месте они могли и при свете. Там купол какой-то был, они там постоянно могли как находиться. Они на него идут, а он просто стреляет. А ты кричишь и типа знаешь, как за мной собаки. И бежишь, насколько можешь, и на себя их оттягиваешь. Говоришь, вот кричишь что-то, давай, давай, и я их задержу. И ты бежишь, а они за тобой, вот понимаешь? Тебя настигают, и вот для ноги тебя хватают за одну ногу и тащат тебя, поэтому там нет дороги, там просто как камни какие-то, ну, такие большие, как плиты были, когда-то, может, и красивые, но это просто... Это был, да, замок главный какой-то столицы. Да, плиты какие-то, и они тебя тащат, вот за ногу тащат. А ты стреляешь, вот на спине лежишь, у тебя оружие в руках, ты по ним стреляешь, им пофигу, что ты по ним стреляешь. Рычат только как-то и щелкают, и все. А я туда пробираюсь. Там какие-то как цепи большие, клеммы. Я эти клеммы и кристаллы с одной стороны, один и второй. Нужно было как стать между ними и что-то активировать. Я плачу, у меня руки трясутся. Это я вижу. Ты еще посмотрела живой, на небо. А, жрут. Тебя жрут, и ты еще живой, но кричишь, оборачиваешься, и у тебя крик такой, давай же. Вот это помню. Жрут, суки, больно. Почти как зверек. Они просто разрывают вот. А у меня руки трусятся. Не знаю, страшно? Вряд ли. Мы там привыкли так жить. Плачу, да. Посмотрела вот так на небо. Крайний раз. Этот паренек уже не стреляет, который бледный. Его уже замочили. Половинку души они успели сожрать. Вот опустошение такое. Обголодали. Облако. Какой-то свет, да. Просто. Как взорвалось все. Накрылось, да. Да. Я зажмурилась. Это помню. И все. У меня мысль такая, наконец-то. Да. Можно отдохнуть. Да. Сейчас отдохнем. Пауза была охеренная. Вот знаешь, вот хуже всего, что сутки большие, а спать можно вот 4 часа условно. 4 часа идти, 4 часа спать, да. Все, и дальше нет. Страх такой. Ночью нельзя спать.
до сих пор как мандраж. Ночью спать нельзя, опасно, да. У меня сейчас вон солнышко сходит, так вот такое облегчение, может поспать. Мозгами понимаю, какой нахрен спать солнышко. Вот оно. Можно типа безопасно. Вот откуда у меня. Небо какое-то странное, как куполом каким-то покрыто или сеткой какой-то непонятной. Наверное, там возле этого, возле этих ворот какой-то щит держали, что-то. Оно было как не облака, но не облака в нашем понимании, вот как дымка. Темнее что-то, да, оно как держало. На всей планете когда-то типа регулировалась культуру, потом стала первая работа. Там пусто все это энергии. Они пили энергию. Через некоторое время они начали пить энергию в тот закат. Не то, что кристаллы, это какие-то огни. Знаешь, как огонь. С одной стороны и с другой стороны что-то. Или, ну, как... Знаешь, как лампы такие огромные. Внутри вот огонь, а снаружи вот все такое какое-то ребристое. Их видел. Что с ними нужно было сделать? Они так. Из-за синий огонь. Их как развели, и между ними вот это поле образовалось. Портал. Нужно свести снова было. Замкнуть и взорвать. Еще. Это нужно было успеть до того, как души съедят. Угу. Мою почти. Как душой своей. Ты их. Почему ты на себя выманивал так? Ну, не почему-то, это правильно все. Но вот вижу это, что давайте собаки за мной, там типа, ну не собаки, но как-то вот. Угу. И просто бежишь, собаки нога у тебя. Женского пола, да. Да, нога у тебя немножко вот, как, ну, тянешь за собой ногу. Любил я их очень. Там и руке досталось. Первая вот эта битва была, я еле убежал. Пару орков грохнут и вот эту вот девку бабу. Не. И вот с тех пор у меня плохо было. Да, мы тот мир не помнили, потому что эта женщина, которую я говорю, что любили, Зая, она нам как рассказывала, знаешь, если было время, и спокойно она нам рассказывала о том мире, какие были здания, какие были купола, какое все было. Она как много нам чего говорила о том, что было раньше. Просто рассказывала, рассказывала. А этот, который старый, не так много говорил, дедушка, мужчина. Вот она много. Магический мир. Что на магии был? Ну, получилось.
девчонка была еще с парнем. Они как близнецы были, очень похожи. Те, которые первые от нас отпали, тех, которых первых сожрали. Сразу ее молодые схватили. Да. Им около 20 вряд ли даже. Наверное, помладше. Впечатление, что они как двойнята. Не знаю, кто они были друг другу. Они как за руку вечно держались. Вот как не именно, что они держали за руки, а просто как вдвоем ходили. И похожие были. И когда она где-то пропала, он за ней как рванул и тоже не стало. Они первые пропали, эти двое. Мы как поняли, что почти последние сопротивляться нет смысла. Она помирать, типа, и попробуем взорвать. Не продержимся, потому что, ну какое-то время продержимся, ну, несколько дней, ну, месяц, ну, полгода, ну, больше нет. Ну, даже пару лет, какая разница. Да. Там это поселение. Жизнь-то ужасная. Да. Там лет 15 все это было, и быстро как-то все очень... Я не помнила прошлой жизни. Мне та женщина хорошая рассказывала. Может, я маленькая была, не знаю, но почему-то не помнила. Да, они кусали плоть, они кусали душу. Было очень больно. Меня вот сзади как-то жарили. Кусали спереди или... Перевернулся. Да, да. Дало некоторые. Там как-то нужна еще энергия души и магии. Не знаю, зачем порошок там нужно взорвать свою. Я не знаю, что там нужно было. Вот почему этот пластилин я вижу, я не знаю, что это было. Если была взрывчатка, мы бы взрывали. Вот меня жрали, я бы взорвал себя. Я не знаю, убрать. Что это было. Я не говорю, так, что это взрывчатка. Что-то магическое. Что-то было, как пластилин какой-то, да, разделенный, да, на, да, всех. Ну, я, ну, не знаю, каким, да, образом. Я не вижу, чтобы это детонировало как-то. Может быть, что-то магическое. Порошок это какой-то, трава какая-то. Заклеить на эту дырку. На тот мир. Ну, я его как пластилин вижу. Угу. И прям вот так, как разрезали его. Один такой большой брусок, его как разрезали на куски, у кого получится, угу, перед тем, как идти. Потому что на кого-то одного ставку, это, ну, смысла нету. Угу. А просто поделили на всех, кто, угу, пройдет. А на какое-то время хватило бы, чтобы людям остановиться. Закрыть, окончать. Что за тварь? Куда они прибыли? Давай кофейку выпьем.